Сейчас мы вот это заработаем, потом комбинируем все. Право встречный. Вот право, как передний встречный, так и право встречный. Получил действие удара. Смотрите, ну встречный удар, что это такое? Это вот мы стоим. Когда встречный удар, я не отклоняюсь. Ни шаг не делал. Это встречный. Что он означает? Это пол, рука влетая с ноги. Все, на месте стою. Даже не дернусь. Вот, только я смотрю, что человек дернулся, я жду его, жду. Вот я жду его, только он пошел. Пошел вот там. Вот, только он пошел, я сюда. Вот видите? Только он влияет. Вот, поэтому жду спокойненько, жду стоит. Только он дернулся. И вот надо стараться, чтобы вот, ну, его не спрашивали, помните, бью, рука такая, рука в ней появляется. Поэтому стараться, стараться. Ну, тут тоже, видите, руки все разные, кто вот длиннее, кто короче. Ну, друг на друга работаем. Поэтому сейчас, который первый номер, который идет, второй номер, который встречает, сам дистанцию выбирает, чтобы у него рука выпрямлялась. Потому что сейчас первый номер его не надо прям доставать, его, просто вот работает со второго. Поэтому вот я работаю, ты встречаешь. Вот работаем. Что лево, что право, уже хоп. Опять. Все, на месте плечо уведи. Вот сюда. Вот. Вот, работаем. Бей. Иди, иди, иди. И вот видите, смотрите, когда бьем, не должна рука никуда уходить, как вот эти удары. Вот, когда она идет по параллели, вот я встречаю. Вот она пошла сюда. Вторая рука обязательно закрывает. Вот пошел. Пошел. Видите, да, если взятки не было, у него все, ему четко прям в воду попадает. Прям четочка. Верю. Ой, не палец, не палец. Кинули руку, вот другую встречу. Все. Чаще проявляешь.